Крутые подъемы, резкие спуски, канавы, бездорожье, грязь – нипочем этой могучей машине. Пока на Брянском автомобильном заводе собран лишь первый образец такого автомобиля. Но уже скоро в колхозах и совхозах страны начнут работать грузовики-вездеходы с маркой «ВАЗ». Идет монтаж и наладка оборудования в цехах. Рабочие инженеры-монтажники соревнуются в честь 23-го съезда партии.